Практически идеальное состояние. Классная находка. Снайперский прицел. Стеклышком. Портсигар, конечно, красивый, ручная работа. Подписной, 42-й год. Вода стекает и масло проступает. Здесь руби металл, походу. Патрон, да. Ну да. Стоп.
прям масло течет. Так, а это что такое? Ну-ка, ну-ка. Нет, линии какой-то. А, это был сигнальный патрон. Все. Пряги повезло безумно. То, что она в глине лежала, наверное, да? Ага. А то, что это глина? Тоже в глине лежало. Ну, походу, не так желательно. Железно. Выключи, включи. Да, это полностью разложившийся сигнальный патрон. Мои 42. Да, ребят, ворошиловский килограмм в неплохом состоянии для него. Анка пулеметчица где-то здесь. Ну, он, по-моему, был белый. Пробегала. Все-таки. Да, скорее всего, белый был. Да не факт. Ну да, белый. Белый. Зимой-то в любом случае украсили. И он просто потемнел. Да. Проступила нижняя краска. Да, ребята, целый ящик 50-миллиметровых минометных мин. В идеальном состоянии. Да, еще раз с прибором пройтись, потому что... Думаешь? Уверен. А туда ближе. Ну, сейчас вот этот квадрат получше пройдем. Больно будет. А чем это? Какую добро можно такое? Уберите, пожалуйста, весь металл. Создайте, товарищ Сергей. Да все, я поехал. Да.
Вот такие диски дегтяревские. Я же сам понимаешь, размер. В идеальном состоянии. Сейчас, Юра. Сейчас я залью. Да, патроны круто сохранились. Красиво выглядит. Причем в шкафке. Там да, не дорубил? Дорубил? Что не стрельное, но лежал очень давно без гильзы. Синевой покрылся. Конечно, там очень много прыгает. Что это, подвиночек? Мне их не удалить. H.